Нострадамус назвал самые удачные знаки зодиака с 30 марта. В конце марта несколько знаков зодиака привлекут внимание высших сил и смогут удачно использовать случившуюся удачу. По прогнозу известного астролога, в этот список вошли не все представители зодиакального круга. Так давайте вместе узнаем, что же вас ждет в этот прекрасный период. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться еще на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Овен, вы почувствуете, что вас ценят. Воспользуйтесь возможностью максимально использовать эту выгодную ситуацию. Если у вас есть конкретный запрос, пришло его время. Вы можете получить удовольствие от решительного действия, на который вы не осмелились бы ранее. Вы, вероятно, встретите кого-то сегодня или, возможно, вы только что встретили кого-то, кто оказывает на вас сильное влияние. Вы не можете выбросить этого человека из головы. Что бы это ни оказалось, вы взволнованы тем, что чувствуете себя таким живым. Телец. Скорее всего, этот день не будет таким успешным, как вы могли надеяться. Следует ожидать некоторой напряженности, а также неожиданной траты денег, которая может серьезно повредить вашему бюджету. Таким образом, вы попадете в довольно мрачный астральный климат, склонный к появлению финансовых забот. Возможно, вам будет сложно объяснить ситуацию близким людям, которые могут обвинить вас в принятии неадекватных решений. Близнецы, ваш астральный горизонт переживает не лучшие дни. Вы, вероятно, не будете работать на полную мощность. День может быть длинным, особенно если вам нужно оправиться от напитка с друзьями накануне или после интенсивной тренировки. Вполне возможно, что вы что-то замышляете. Однако нет ничего, что нельзя было бы нейтрализовать небольшим отдыхом. Пора воспользоваться бабушкиными рецептами или народными средствами, чтобы снова встать на ноги. Рак. Чтобы не погрузиться в пагубный климат, который может нанести вред всей вашей семье, вам нужно быть особенно бдительными сегодня. Прибытие Марса в сочетании с близостью Венеры создает электрический климат, в котором малейший конфликт может разгореться еще сильнее. Во избежание неприятных последствий избегайте конфронтации и поддерживайте диалог. Не бойтесь пойти на прогулку или изолировать себя, вместо того, чтобы начинать громкую тираду, которая не обернется для вас выгодой. Бывают дни, когда нужно знать, как вести себя сдержанно, не расстраивайтесь. Лев, если есть что-то, чего не может вынести ваш знак, так это ревность. Отсутствие контакта между вами и романтическим партнером может вызвать не самое лучшее состояние и настроение. В качестве финального переговорщика постарайтесь убедить руководство организовать мероприятие, чтобы укрепить сплоченность внутри компании. Ваши вчерашние враги станут вашими друзьями на всю жизнь. Дева, если у вас дома есть одно или несколько домашних животных, обратите особое внимание на их гигиену сегодня. В это время против вас играет неблагоприятный лунный аспект. Чтобы обезопасить себя от собачьих вшей или заразных кошачьих царапин, позаботьтесь о своем пушистом друге как можно лучше. Весы. Представители данного знака будут особенно уверены в своей силе обольщения и будут знать, как использовать свои чары для достижения целей. Не увлекайтесь этой эйфорической атмосферой, потому что вы можете испытать настоящее разочарование, играя с чувствами людей, которые позже будут обвинять вас в этом. Скорпион, вы полны энергии, и ваш динамизм заразителен. Благодаря присутствию планеты Меркурий, представители знака отлично проведут день на работе как с коллегами, так и с начальством. Вам удастся решить все мелкие проблемы, которые беспокоили вас какое-то время. Ваша профессиональная жизнь стабильна и прочна. Если вы какое-то время искали работу, вы можете быстро пройти собеседование. Стрелец. Присутствие Венеры в вашем небе делает вас особенно чувствительными к проблемам со спиной. Начните с выработки правильных рефлексов, не переносите тяжелые вещи, избегайте наклонов и занятий агрессивными видами спорта. У вас может возникнуть соблазн сделать ошибочный вывод, что ваш любимый, любимая больше не заботится о вас. Не попадайтесь в эту ловушку. Если вы попытаетесь быть объективными, то поймете, что это неправда.
Сегодня благоприятный день для тех стрельцов, кто занимает руководящие должности. Возможно, вам придется пересмотреть некоторые свои прежние решения и скорректировать их во избежание материальных убытков. Не следует брать банковские суды для рискованных финансовых вложений. При погашении кредитов может не оказаться в наличии нужной суммы денег. Козерог. Ваш партнер не проявляет интереса к тому, что вы делаете, слушает вас только одним ухом. Не оправдывайтесь, что вы ожидаете слишком многого. Укажите на это сначала с добротой. Возможно, это всего лишь мимолетное легкомыслие. Но не забывайте, чего вы стоите. Откровенно говоря, сегодня вы не можете думать ни о чем другом, кроме любви. Возможно, это результат того, что вы слишком много работаете и не тратите время на то, чтобы потворствовать своей чувственной стороне. Что ж, нет времени лучше настоящего. Сегодня козероги могут столкнуться с препятствиями при ведении партнерского бизнеса. Возможно, вам придется пересмотреть некоторые условия вашего сотрудничества и договориться о юридическом переоформлении ваших деловых отношений. Не исключено, что причиной разногласий будет использование арендуемой площади и связанные с этим расходы. Водолей. С финансовой точки зрения все должно быть относительно спокойно, но все же найдите время, чтобы подвести итоги своей ситуации. Если у вас еще нет привычки расчета бюджета, было бы неплохо начать рассчитывать все свои доходы и расходы, чтобы иметь полное представление о вашей ситуации. Это позволит вам более осмотрительно тратить и отказываться от ненужных покупок. Крайне нестабильным может стать этот день для тех водолеев, кто занимается выполнением посреднических услуг или работает в сфере торговли. Нежелательно совершать деловые поездки, встречи и заключать любые сделки. Не доверяйте данным вам обещаниям и сами никому ничего не обещайте. Этот день может стать проверкой на прочность ваших деловых связей. Рыбы. Вы выбрали наслаждение жизнью. Однако убедитесь, что люди, с которыми вы встречаетесь, находятся в таком же настроении. Ваше поведение вызывает у вашего партнера ревность. Заверьте его в прочности вашего союза и искренности вашей любви. Вы, как правило, очень интуитивны, но сегодня ваш канал может оказаться полностью заблокированным. Вы не можете чувствовать, что чувствуют другие. Можете попытаться прибегнуть к логике, но это сегодня не работает. Однако не думайте, что это постоянная ситуация. Ваши психические биоритмы снижены. Вы должны вернуться к нормальной жизни через несколько дней. При малейшей возможности день, несмотря на его будний статус, необходимо провести дома, там найдутся дела, которые сегодня необходимо завершить, в противном случае они еще долго будут вам досаждать.